Всем привет! С вами Ваня Жданов. Или Иван Жданов. Сегодня я хочу рассказать о своем ноу-хау. Это видео для каналов Титаники, Сергей Александрович, Александр М. Брест и Олег Нестров М. Брест. Так, собрал самодельную циркулярочку на базе дисковой пилы Interscope DP1900. Вы с ней уже знакомы. Что я для этого использовал? Сейчас я... Вот. Чопик. Теперь шуруп. Вот эти две штуки. Две штуки я вот так соединил. При помощи гайки. Тут при помощи винта. Болтайте. Сам этот болтик. Вот. Сейчас. Соединил отверткой. Вот так соединил. Потом намотал сюда вот это и все. Теперь я для пилины использую вот так. Взял обычную рубцинку. Она самая обычная. Вот такая вот. Ну, она еще вертится. Пока не сломалась. В принципе, ей сделать, думаю, можно пилить. Сделала сенсу то, что ее можно так же вертеть, вот это полотно. Вот разное положение, буквально ко мне. Также, вот тут видите, на интерскуле есть хомуты. Стягивающие хомуты вот такие вот. Вот, например, тут хомут, тут хомут. Эти хомуты я не использую пока. Но это один хомут регулирует наклон, другой глубину пропила. То есть как надо пропиливать. Если мне сейчас получится, я уже попробую найти инструкцию. Контерскоп. Контерскоп мой любимый. Столько времени уже. Инструкция. Но это просто ужас. А вот же. Вот инструкция. Так, уже дрельки. Дрельки не к моей. Вот. Сейчас вкратце быстрых характеристиках. Напряжение 220 вольт, частота 50 Гц, номинальный потребляемый ток это 9, мощность 1900, частота вращения 5000, ну и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Эти вот. Так, прохожу комплектность. Пила, паспорт, пин прижимной, шайба, фланец. Так, фланец прижимной, фланец установочный, диск. В общем, характеристики. Диаметр вот этого 160. Так, что еще хотел бы сказать. Кстати, если у вас, например, есть помощник пылесос, можно с помощью пылесоса засунуть пилку. Там всякие опилки, всякие штуки. Также этот столик можно приспособить как ко мне, к основанию. Вот у меня нет векстака. Пожалуйста, квадрат шлифуешь. И все что угодно шлифуешь. И режешь заодно тебе. Тут циркулярка, не надо покупать дорогую циркулярку. Так. Естественно, я убрал лейку. Ну, лейку я оставил. В общем, так. Пожалуйста, вот такое мое ноу-хау. До свидания, всего доброго. Подписывайтесь. Пока.